Ну вот, короче, выбрался я с лодочкой. Иду на речку. Сейчас буду распаковываться. Скоро приду уже. Вот такую тяну. Фу, жарко в электричке так ехать. Духотень, как в сауне. Аж вспотел весь. Так на улице тащить вот это все. И то легче. Не так потеешь. Ну, в общем, сейчас поеду. Поплыву на этой, на байдарке своей. Надувной. Все. Следующее включение уже с места событий. Ну что, допер. Сейчас буду спускаться. Сзади со мной уже канал. Вот. Короче, все, сейчас передохну, немножко водички попью и буду раскладываться. Итак. Короче, распаковываю. Жилет обязательно. Вот оно, мое плавсредство. Фух. Сюда. Насосик. Так. Оп, вон там клапан. Так, сейчас будем накачивать первую часть. Отойдем сюда. Фу. О, пошел процесс. Фу. Так, первую часть накачали, сейчас будем вторую качать. О, пошел. Ну вот, накачал. О, лягушка прыгает. Фух, жарко. Короче, накачал, сейчас все сиденье накачаю и буду собираться, укладываться туда. Так, ставлю сиденье. Короче, вот. Ну вот так, короче, ставится. Ну вот, сиденье поставил. Сейчас буду майку сушить. Короче, буду сейчас весла собирать. И киль потом приделаю. Короче, собрал весло. Вот. Лежит. Ну все, киль приделаю в путь. Ну что, отплываю. Все, отхожу. Фух,
Ну тут и болото. Ну все, теперь буду отдыхать. Натаскался, теперь она меня будет таскать. Все, сейчас отплыву, еще поснимаю. Малек бегает он. Вот оттуда я выплыл уже, проплыл огромное расстояние. Фух, ладно, по грибам. Фух, ну вот я уже по каналу прошел так. Там загорает кто-то. Фух, сижу. Жарко, блин, как бы не сгореть. Вот. Ну, бошку прикрыл, кепку намочил. Сейчас покидаю спиннинг тут в заводях, попробую. В прошлом году я здесь двух щучек взял. А, зацепилась. Покидаю в ту сторону. Там тоже трава вон. Ой. На катамаране вон какие-то там купаются. О, утята какие-то тоже там. А, это нырки утята. Вот, поныряли, вон, спрятались. Интересно, где вынырнут? Они глубоко плавают. Не видно, что-то их утонули, наверное. Ну ладно, я пока тут покидаю. Нормальный ветерок так подул, меня сносить стало.
Ну вот уже за... канал так и не это, не выплыл еще. Рыбалка, конечно, что-то меня утомила. Покидал. Вон там пляж, людишки купаются, хорошо им. Вот. А рыбалка что-то покидал, надоело. Вот, утомило меня. Решил пойти в речку, там уже нормально поплавать. Интересно. Ну так нормально, надо по веслам фигачить. Ладно, попозже еще включусь. Ну вот, выплываю на большую воду, как говорится. Уже волна пошла от катера, меня уже вон вот побалтывает. Вон сзади там яхт-клуб местный такой лодочный. О, бортом, как меня заваливать начало. Ну вот. О, сейчас меня на волне будет бомбить. Ой. Сейчас подожду и включу. О, начинается волна. О. Ну вот, я выплыл почти на середину реки. Это остров Камышовый. А река там, где уже берег, там, где это сзади эти гаражи лодочные. Ох, сижу тут. Ох, на расслабоне. Прямо пойду туда. Расстояние большое. Что-то туда на середину эти катера так летают. Стрёмно. Ну вот я. Фух. Сижу. Дрейфую, так сказать. Блин, опять катер там идет. Тут их много сейчас будет. Волны поднимать. Надо выждать, не знаю, на ту сторону быстро перебраться. Короче, вот так. Ну сидишь тут спокойно. Главное обгореть. О! На волне меня качает как. Спать хочется. Ну сейчас потише, вроде народу так меньше стало. Пару катеров так прошло. Вчера вообще был тут ажиотаж. Выходные, наверное. Хотя сейчас суббота. Вот так. Вон там люди сделали себе мосток такой для рыбалки. Интересно, надо будет потом на разведку сходить. Что там? Там я купаюсь, вот там пляж, вон там уже начинается пляж, на который я езжу, ну и вдоль туда, вот туда, туда. Вот. А вот какой немецкий кораблик такой. Идет такой тух-тух-тух-тух. Опа. Флаг Германии. Интересно, прогулочный, что он тут делает. Ну, в общем, вот выплыл так. Фух. Жарко. Надо причали где-нибудь искупаться. Блин, там на моем месте, где я вчера был, вот сейчас напротив, это люди. Вон кто-то загорает. На следующем месте, где я в прошлом году спиннинг кидал, тоже люди. Рыбачат еще, так же, как и я, кидают. А вон там вроде уезжают, не знаю, дрейфуют. Может быть, это туда сейчас. Как раз они вроде собираются. Купнусь, а то жарко. И дальше, на эту, в ту сторону.
еще раз схожу и потом уже буду обратно закругляться. Ну вот, причалил, короче. Сейчас подкачал лодку побольше, чтобы потверже было ход, чтобы был лучше. Сейчас буду испытывать жилет плавучести. Держит он меня на воде или нет. Короче, испытание жилет началось. Держит, еле-еле надержит. Ну все, подкачал. Надо собираться и дальше туда вот горки к яхтам, к катерам. Вот решил подойти к бую зеленый. С другой стороны должен быть красный. Но, блин, раньше металлический столб такой плавал. Железный буй был. А сейчас пластмассовая какая-то трубка. Это от сантехники. Ну вот оно. Какая-то фигня. Вон я его веслом даже болтаю. Да, поменяли, называется. Ну а я вот. Пляж этот. Вон оттуда, вот там я купался сейчас. Там катера уже едут, надо сматывать немножко. Вот такой пляжик тут. Вот это тут я на велике катаюсь, на нем тоже. Вон дальше. Вот там вот дальше я отдыхал, видео записывал в прошлом году. Ну а вон там Лысая гора. Попался мне. Ух ты, музыканты там какие едут. Быстро. Вот себя поснимаю на фоне пляжика. Вон там уже море. Ну или залив. Короче, устье. Речка впадает в море там уже. Но я до туда не доберусь. Что-то как-то лень. Фух, еще обратно ничего идти мне. Вот, что-то волны пошли. От, наверное, от водных этих мотоциклов гоняет. Фу, жарко. Вроде искупался, ненадолго хватило. А вон пляж, куда я на велике приезжаю тоже. Вон там я купался, там фоткался.
оттуда вот я в бинокль смотрел вчера. Вот. И уезжала туда уже. А вот уже горка поближе. Вот. Такая красивая. Вот эта горочка. Самолет еще как раз летит над ней. Люди там тусуются, отдыхают. Яхта стоит вон. Вот. О, волна пошла, болтать меня начала. Ну и я вот на волнах болтаюсь. Самолетик летит такой. Сине-красно-белый какой-то. Бело-сине-красный. Бухлоход там идет. Люди тусуются, отдыхают. Шум там вообще, люди орут. А, дети. О, меня как начало раскачивать. Баю, баюшки, баю, прям. Вон у меня уже весла высохли. Фух, навоняли своим этим движком бензиновым. Весь этот свежий воздух чистый испортили. Так, меня обгоняют. А на моторке тоже резиновая у них. Рыбачки, наверное. Семья. Сейчас волна пойдет. Ну, от них слабая. Ох, как. О, борт мне. Ну, вот я и доплыл до этой лысой горы. Вот она какая красивая. Так, у меня сейчас это волны. Фигачьте сзади еще катер какой-то. Люди тусуются, отдыхают, красота. А вон яхта там стоит. Она, кстати, тут каждое лето стоит. Кто-то, наверное, кто-то здесь дача. Волны не сильные были, нормально, меня не потрясло. Ну и вот я, солнце, правда, глаза светит на фоне горочки этой. Ну все, как говорится, доехал. О, так. Нет, доехал. Сейчас посижу здесь, перекурю, как говорится, передохну. И поеду назад, поплыву. Грести мне еще прилично. Батарейка на камере уже так, меньше половины. Так что надо экономить электричество. Фух, хорошо кепку одел. Сейчас бы башку напекло, я бы офигевал. И так вообще хорошо жарит. На воде так вообще классно. Ну, ладненько. Ну все, я погреб я назад. В следующий раз сниму еще там, включусь. Потому что батарейка садится уже. Ну не садится, но уже мало ее. Это поближе уже там, и уже это уже все, уже надо назад, короче. Вот, ну вот так вот напоследок, такое вот местечко красивое. Вот, все, налегай на весла, как говорится. Вот разъездились, разжужжались. Короче, я уже подплываю. Ну, не совсем прям подплываю, но уже недалеко.
своего места, куда я буду, где высаживаться и собираться. Этот яхт-клубик, еще и гаражи эти лодочные поснимаю. Вот. Ну и себя вот поснимаю. Сижу, тут такая расслабон. Я там еще позалипаю немножко. Вот. Ну, короче, еще думаю, часик на воде проведу, да и все. Вот. Ну хорошо, накупался, наплавался. Что еще? Рыбу половил. Правда, ничего не словил. Но я так. Немножко побросал, все. Фух. Ну, нормально. Ну, утомляет на воде вот так вот. Конечно. Ну, нормально, зато прикольно. Интересно. Ладно. Надо грести дальше. Люди занимаются своими делами, кто-то рыбачит. Тут по спокойной воде хорошо идет. Уже нормально, легко грести, нет волны этой от катеров. И хорошо идет. Легко, да, классно. Ну и я вот. На фоне яхт-клуба это. Короче, меня сносит понемножечку. Солнце, это облако закрыло. И теперь даже, ну, хорошо, в глаза не светит. Так сразу тихо стало по-вечернему. Такая вода спокойная. Птички поют. Вообще благодать. Так бы уснул бы, наверное, здесь. Хорошо. Прикольно. Ну вот, решил еще порыбачить. Вот, покидал туда, покидал. Сейчас туда покидаю. Бум. Так, меня уже отнесло, пока камеру настраиваю. Так. Малюк какой-то. Блин, трава. О, отлично. Прям то, что хотел. Я в прошлом году вот там вот взял двух щучек. На этом месте практически. Короче, вечернее солнышко. Полежу немножко вот так, позалипаю. Несет куда-то меня, непонятно куда. И все, я уже буду закругляться и домой ехать.
кружит вокруг меня. О, нырнул. Ну все, сижу на станции. Комаров кормлю, жрут меня. Вот, еду домой. Закончилось мое сегодняшнее приключение. Если б не комары, было бы нормально. А так они меня уже задолбали жрать. Вот. Ну все, до новых встреч. Всем спасибо, всем пока.